когда ты под номером миллион. Неожиданно для самого себя статус приобрел военный пенсионер Юрий. Телефонный звонок от Сбербанка стал добрым вестником для мужчины. Сотрудники банка сообщили любопытную весть. Их клиент стал миллионным в России держателем ИИС. ИИС, сокращенно от индивидуальный инвестиционный счет. Это новый вид счетов, который набирает популярность с каждым днем. Преимущества очевидны даже невооруженному финансисту взгляду. ИИС – это способ вложить средства в ценные бумаги, который позволяет получить доход и вернуть налоги. Я очень рад, что я стал миллионным пенсионным вкладчиком. Открытие счета, как бы, мне позвонили, я очень обрадовался. Сбербанк, как бы, я давно с ним работаю, с 2008 года. Как бы у меня не возникало вопросов никогда, ни по каким моментам. И у меня находились вклад в Сбербанке на полгода под 7%. Вклад, как бы, завершил свое. Я решил открыть новый, ну, проценты упали. Специалисты мне посоветовали обратить внимание на акционный счет. Я с ним ознакомился. Как бы он приносит доход, могу пополнять его. Плюс налоговый вычет в конце срока трехлетнего я могу получить. Сотрудники банка сделали настоящий праздник клиента. Юрий забирает брендированные подарки, гаджеты, именную мини-стеллу и грамоту. Случайность ли то, что миллионный клиент открыл ИИС в отделении Сбербанка в Новосибирске и вложил средства в стратегию доверительного управления в дочернюю компанию «Сбербанк управление активами»? Может быть, и не случайность, потому что около половины всех индивидуальных инвестиционных счетов продает именно Сбербанк, и это случилось в этом году ровно потому, что мы начали продавать ИИС, индивидуальные инвестиционные счета, через наше отделение, и на 70% уже к этому времени приросли открытые счета и именно у нас. Поэтому то, что в Сбербанке, наверное, это все-таки более-менее закономерно, то, что в Новосибирске, это удача и для Юрия Алексеевича. Половина всех действующих ИИС в стране открыта именно в Сбербанке. Такой счет доступен даже для людей без опыта на фондовом рынке. ИИС уже называют драйвером привлечения розничных инвесторов на фондовый рынок. Все просто. Этот инструмент стимулирует инвестировать на долгий срок и тем самым повышает шансы инвестора получать запланированную доходность. Стоит отметить, что срок действия договора ИИС должен составлять не менее 3 лет. При расторжении сделки ранее вы попросту теряете право на использование инвестиционного вычета. Кстати, клиенты по всей стране в этот инструмент уже инвестировали более 30 миллиардов рублей. Анастасия Овчар, Тимур Тарабыкин. События. РБК Новосибирск.